Между собой медики маловесных детей называют торопышками. Они появляются гораздо раньше срока и требуют к себе особого внимания и заботы. Это инкубатор, потом открытая реанимационная система. Сначала он один на один только с медиками. Но что в нашем перинатальном центре? У нас мамы очень активно привлекаются к работе с нашими малышами. Послеродовые палаты подготовлены для совместного проживания мамы и ребенка. С апреля этого года все роды проходят в новом перинатальном центре. В семиэтажном здании с высокотехнологичным медицинским оборудованием и аппаратурой. Действующие программы модернизации оборудования, они через каждые 5 лет запускаются заново. Но сегодня перинатальный центр имеет все необходимое современное оснащение. Такое, что, в принципе, нам очень многие могут позавидовать. Хорошая команда, мы убедились в этом, прекрасно укомплектованы. Конечно же, нам еще нужны специалисты, нам нужны и медсестры, нам нужны и врачи, и акушеры, и гинекологи, которые будут сопровождать всех наших мамочек, которые поступают в эти стены. Каждый год на курорте рождаются около 30 детей с экстремально низкой массой, менее 1 килограмма. По словам специалистов, еще несколько лет назад из 10 таких малышей выживал только один, сейчас уже 9. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.